Очень красивый российский тренажер с интерактивными заданиями «Етреники». Особенно его оценят учителя русского языка, потому что для них там есть целый отдельный тип заданий. Находим «Етреники» и переходим по первой ссылке. У нас открываются примеры различных заданий. Давайте попробуем, например, открыть «Марафанки». Это игра для разбора слова. Вот именно это задание и оценят, наверное, учителя русского языка. Начнем заново. Здесь нужно выделить ребенку будет окончание. Выделяем буковку и выбираем окончание. Далее нам нужно выбрать основу. Отлично, все верно. И вот таким образом мы выбираем различные части слова. Давайте попробуем другой пример. Например, моря России. Чукотское море. Это у нас Северный Ледовитый океан. Мы с вами угадали. Берингово море. Неверно. Должно было быть в Тихом океане. Бессточный бассейн. И мы снова были правы. Давайте посмотрим еще один тип заданий. Проверь примеры. Это тип задания НЛО. Нужно решить примеры и выкинуть те, которые не подходят. Равно простому числу. Вот это, вероятно, не подходит. Выкинули, и мы угадали все. Больше 4. Это не подходит. И вот это не подходит. Очень весело выкидывать неправильные ответы. Давайте посмотрим следующий тип заданий. Например, попробуем «My family». Здесь нужно будет составить слова, выбрав буквы по порядку. Притом можно их бросать не совсем аккуратно. Как только слово собралось, они сами расставятся. Вот такие красивые интерактивные задания. Давайте же попробуем создать что-нибудь свое. Для этого мы вошли в личный кабинет. Я уже вошла в свой аккаунт. Давайте попробуем создать новую игру типа НЛО. Для этого справа внизу нажимаем «Добавить». НЛО 2022. Выбираем тип игры. Добавляем еще один. И для того, чтобы отредактировать эту созданную игру, нажимаем «Редактировать». Группы. Добавить. Ну и наши любимые четные. И далее мы должны выбрать, что из этих чисел мы должны оставить. Четные – это у нас 2 и 2. Побольше слов удалим, потому что это весело. Добавим новый еще один блок. Нечетные, соответственно, это у нас будут. И все, мы уже можем поиграть в эту игру. Окей. Нечетные. Не подходит, не подходит, не подходит. Ух ты, лишнее слово выкинулось. О нет, мы все равно угадали правильно. Все на этом задании у нас уже сделано. После того, как мы все проверили и наигрались в нашу игру, мы можем поделиться ссылкой на нее. Изменения сохраняются автоматически, так что эту кнопку не нужно искать. Мы вернулись обратно в наши тренажеры, и вот этой игрой мы хотим поделиться. Ссылка мы ее берем, копируем, и давайте попробуем ее открыть.
в отдельной вкладке, чтобы проверить, работает ли она. Вуаля! Наша игра открывается по ссылке. Можете играть вместе с учениками.